Чудо-людо! Эй, привет-привет! Смотри, у нас тут 6 киндеров с миньонами! Давай спрячем их в воздушных шариках! А теперь свинка Пеппа будет стрелять по этим шарикам! Круто! Ну что, начинаем веселье! Давай, Пеппа, прицелься! Желтый шарик! И есть киндер! Быстренько откроем его. Так. А тут у нас миньон пожарный. И у него, кажется, закончилась вода. Забавно. И опять разноцветные шарики. И опять Пеппа с ружьем. Красный шарик. А внутри киндер, отлично. Открываем. Ух ты, миньон Капитан Америка. И даже щит из вибраниума есть. Класс. Продолжаем искать киндеры. Давай, Пеппа, стреляй. Так. Ой, нет киндера. Вот это да. Ладно, у Пеппы еще есть патроны. Зеленый шарик! Есть киндер! Снимем фольгу, потрясем, миньон, игрок в гольф! И клюшка есть, и прикольная шапочка! Шарики! Пока что мне все нравится! Интересно, какие игрушки будут дальше? А что тут загадывать? Давай откроем этот киндер и посмотрим! Так. Ха, девочка-миньон решила стать певицей. Думаю, у нее очень красивый голос. И опять пора стрелять по шарикам. Давай, Пеппа, мы верим в тебя. Оранжевый. И киндер-миньон. Быстренько открываем. И... Ого, а тут прямо рыцарь в доспехах! Маленький, желтый, но рыцарь! А вот и шарики! И Пеппа по прозвищу Меткий Глаз! Желтый шарик! Но без киндера! Ничего, есть другие шарики! И Пеппа суперснайпер! Фиолетовый! И киндер внутри! Фольга! Потрясем! Ха! Миньон пещерный человек! А какая у него огромная дубинка! Ну что, давай поблагодарим нашего меткого стрелка! Спасибо тебе, Пеппа! Ведь благодаря ее метким выстрелам мы собрали эту классную коллекцию миньонов! А тебе кто больше понравился? Пиши в комментариях! Смотри мультики каждый день на канале Чудо-Юдо. Нажми на эту кнопку, чтобы подписаться на новинки. У нас еще много всего интересного. Что ты хочешь посмотреть дальше?